В общем, вышел я аж на начало своей улицы, там, где я сейчас живу. Вот. Хотел там еще пройтись. Ну, из-за моста, короче говоря, то, что неправильно сторону выбрал. В общем, закружил, не туда пошел. И, кстати, отошел от воды и стало, и сразу потеплело. Стало тепло. Уже расстегнулся, капюшон снял. Прямо чувствуется, что теплее. Так, уже вечереет. Зажигаются огни на домах, на фасадах. Становится красиво. Я хотел обратно идти опять через собор. Ну, там аллея. Ой, переулок соборный, по-моему. И там и шторки эти висят, не знаю, огоньки, короче говоря, люстры эти все. Но сейчас буду мимо проходить. Думаю, что они уже засветились. И попробую заснять его. Движение усиливается. Подхожу ближе к центру. Так, впереди там парк у нас, а вот здесь собор. Вот эти лампочки, я думал, будут гореть. Но может они позже зажигаются. И вот и впереди там собор виднеется, купол золотой. Человек у меня подошел, спросил, говорит, что это за персонаж? Я говорю, я не знаю. По виду сантехник. С ключом и с котом. Пройдусь еще немного по переулку. Может загорятся огоньки. Тут хорошо, тут потише. Здесь машины не ездят. Ну, так вот, пересечение несколько есть. А там прям на уши давит движение, конечно. Тут я закольцевал свой круг, который сегодня обошел. Дошел опять до собора. Сейчас я посмотрю, сколько я шагов нашагал за это время. 10600 написано. Ну, еще где-то полторы пройду, прежде чем домой дойти. В общем, прогулка. Вчера я вообще не выходил на улицу. Не надо было мне никуда ходить. Все есть. Продукты закуплены. Но сегодня уже решил
пройтись. Ну а так вообще занимаюсь сейчас изучением, ну, материала. Изучаю билеты, сдаю экзамены. Ну, в мобильных приложениях по правилам дорожного движения. Вот, все получается, все решается. В принципе, теория. Так, еще немножко потемнело, но гирлянду эту так и не зажгли. Сейчас зашел в супермаркет. Сладкого захотелось. 4 дня продержался, вообще сладкого ничего не употреблял. А это захотелось. Купил сладкой воды, купил минеральной воды пить просто. Конфету и сахар рафинированный. Вот. Да, еще пару бананов взял. В общем, побалую себя сегодня сладким. Ну, сегодня я туда в парк уже не пойду. То уже в следующий раз, наверное, схожу, посмотрим, что там красиво как. Вот, сейчас будем поворачивать уже домой. Находился, конечно. В одном из следующих раз туда сходим, в парк. Посмотрим. Вечерочком. А пока топаем в сторону хостела. Такой красивый фасад, но это имитация фасада. Занавеской закрыли. Там, скорее всего, реконструкция идет. Наши лица там выставлены. И это одновременно как сетка, скорее всего, и украшает фасад. Ну и хостел тут у меня рядышком находится. Осталось недалеко идти. Какое-то мероприятие. Что-то группами стоят, фотографируются. Намоталось сегодня 12 тысяч шагов. Вошел вокруг. Очень большое расстояние. В общем, почти пришел уже отсюда в хостел. Буду заканчивать видео. Короче, шумно. Улица, конечно, шумная очень. Не особо мне это все нравится. Привык в тишине постоянно находиться. Ну, красиво. Шумно, но красиво. Так, ладно, напишите мне комментарии. Видео очень длинное получилось. Напишите комментарии, как вам формат такого видео. В общем, благодарю вас всех за внимание. Всем пока. До встречи в новом видео. Зажгли фонари и стало еще красивее. Впереди там мой хостел.
все, всем пока, до встречи в новом видео.